плохой товар. Не знаю, как ему дать. Пабло рассказал, что ты сделала. Я даже не знаю, что сказать. Спасибо тебе. Не за что. Знаешь, много лет назад, когда мой дед был еще мальчишкой, сюда приехали люди, чтобы вырубить лес вокруг деревни. Все испугались им перечить. Все. Кроме моего деда. 15-летний парень с пистолетом без патронов встал на пути у машин и мужчин в два раза больше него. Иногда отвага одного человека может перевесить трусость десятков. У меня остался его пистолет, тот самый. Я хочу, чтобы ты его взяла как символ храбрости и моей благодарности. Ты не хочешь отдать его Пабло? Мой мальчик хочет стать врачом, как его мама. Напомни, как тебя зовут? Лара. Теперь мне будет что рассказать, Лара. Спасибо тебе. Кто-то преследует Тринити. По крайней мере, они так думают. Что это за существа? Они часть очищения, про которое говорил Домингес? Мне бы радоваться, что они сбежали, но страшновато. Эй, привет. У меня есть, что тебе нужно. Отличный выбор. Приходи еще. Иона? Мы внизу.
Эй. Вы были внизу? Мы ждали тебя. Как думаешь, что там? На фреске были испытания. Кажется, я знаю другой путь. Хорошо, пойду вперед. Встретимся уже там. Я оказалась в какой-то пещере. Судя по всему, тут были люди. Иона? Если ты меня слышишь, я у первого испытания. Паук, я заберусь наверх. Thank you.
Невероятно. Иона, я у следующего испытания. Орла, мне кажется, оно как-то связано с ветром. Я двигаюсь дальше на запад. Сейчас спускаюсь вниз. Тут подземная река. Что ждет в конце? Нереально. Больше я не унесу. Столетий прошло, а она до сих пор стоит. Надо найти, где запустить механизм. Надо спуститься. Надо спуститься. Вручную этого не сделать. Многообещающе. Главное, тут ритм.
есть. Надо подняться повыше. Пока сюда не залезешь. Ладно, теперь повернуть эту лестницу как первую. Нужно как-то выбраться. О, повезло. Надо добраться до средней колонны. Может сработать. Рычаг слишком старый. Дверь не держится. Да, держится. Надо искать другой путь. Может, я смогу забраться на механизм? Thank you.
Еще один подъем. Лицом к лицу в посвященном тебе храме. Еще один подъем. Хуракан, лицом к лицу в посвященном тебе храме. Осторожно. Я прошла испытание орла. Кажется, я приближаюсь к тайному городу. Нет места. Ничего не могу взять.
Знаешь, я не унесу. Иона? Отсюда потрясающий вид. Тайный город где-то рядом. Лара, я прорвался. Я вхожу в пещеру. Иона? Черт. У меня нет столько места. Что ждет в конце всех этих испытаний? Надеюсь, что тайный город, но что еще? Ответы. Я надеюсь найти ответы. Надо быть осторожнее. Здесь оставаться нельзя. Сейчас рухнет. Здесь оставаться нельзя. Сейчас рухнет. Повезло. Отлично. Кажется, я его нашла. Тайный город. Попробую отыскать змея с серебряным глазом.
Эй! Кто здесь? Нет места. Ничего не могу взять. Почти. Эй! Кто ты? Я помогу тебе. Уходи! Тебе здесь не место! Я знаю, тебе больно, но... Малпунчуль! Спасибо. Кто ты? Зачем ты явилась? Я исследователь. Лара Крофт. Они вернутся. Нужно уходить. Взять ее. Ты не просто мой сын. Ты мой наследник. Ты не должен попусту рисковать. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Но, к счастью, ты цел. Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а не вас. И не все это. Сектанты, зачем им нужен ваш сын?
Мне эти люди известны под именем Тринити. Я должна им помешать. В чем им нужно помешать? Они ищут артефакт. Какой-то ларец, связанный с богиней Луны. Зачем он тебе? Украсть? Продать? Нет. Главное, чтобы Тринити, сектанты, его не забрали. Они опасны. Чем? Что они сделали? Убили моего отца. Я покажу вам кое-что. Вы знаете, что это? Это Пайтити. Ты сейчас здесь. Пайтити. Тайный город. Но что значит глаз? Это место смерти. Жертвоприношений. Ты думаешь, твой артефакт там? Да. Оттуда никто не возвращался. А я постараюсь. Такой риск, чтобы помешать сектантам? Да. Ведите его. Иона. Ты в порядке? Ты знаешь его? Он мой лучший друг. А Эбби? В порядке. Кто еще тебя ищет? Больше никто. Думаю, у нас с тобой одна цель. Ты увидишь змею с серебряным глазом, но твой друг будет здесь. Если лжешь, то не скроешься, а ему будет плохо. Давайте без этого. Да ладно. Пусть. Эцли, добудь ей одежду. Учу, останься с ним. Вернусь, как только смогу. Ладно. А тут мило. Тихо.